І так, сьогодні Music Television представляє топ-20 лучших пісень із мультфільмів. Желательно російських. Росія. Союз нерушимий республік свободних сплотила навеки Великая Русь. Ну нет, не гімни, а песенки з мультфільмів. Вот именно, не надо нам никакие русские гімни. Это Гарфіода песня «Эл Толстый». Эй, толстый! О-то-то-то-то-то. Эй, толстый! О-то-то-то-то-то. Вы что обзываете? Сами вы толстые. Я в меру упитанный кот. Я же сказал, у нас МТВ, Music Television, топ-20 песенок из мультфильмов. Да, я знаю одну песенку. Песенка про Лунтика. Я Лунтик, я ищу друзей, давай обнимемся скорей. Вот, молодец, Лунтик, давай дальше, попробуй еще найти какие-нибудь интересные песенки. Давай, я как раз поищу заодно себе друзей и песенки посмотрю. Оля. О, Оля. Ну как это? Нормально, попадает. А это? Эти песенки попадают, нет? Да. Да, эти песенки у нас попадают. А, это уже по-английски, да? Ну вот, я нашел целых две песенки. Ладно, попросишь у меня что-нибудь. Ты давай я песенку давай. Привет, я теперь матросик, давай мультики посмотрим. Нет, не некогда мне мультики смотреть, мне песенки надо находить. Опять жрать, ну сколько можно жрать, Маша? Ты и так уже толстая. А эта песня как тебе, да. Маркус? Да. Песенка мышей. Ну, а песенка Леопольда? Да. Тоже, да? Заяц, ты чё смеёшься? Лучше песенку спой свою. Ты сказал, что тут у Drama Party Island. Это вообще круто. Что? Ну, Заяц. Пока, заяц. Так, ну, Дед Мороз, песенку новогоднюю давай. О! Как тебе эта песенка, Маркус? Это. Вот, я нашел свою песенку, Маркус! Я ищу друзей. Как тебе эта песенка, Маркус? Не нравится. Тебе не нравится моя песенка? А может тебе нравится? Японские песни. Нравится? Ну, итальянские. А итальянские? Песни нет. Тоже нет. А песни королевы Англии? Да. Да? Молодец, Марко. Круто. Королева говорит себе спасибо. Какой армимен? А здесь есть песенки? Тут только одна песенка. Чё это такое? Это да. Это что-то пиксельное.
Нет, такие песенки нам не пойдут в топ. Так. Ну, а песенка индейцев? Да. О! А песенка джунглей? Да. Тоже, да? О! Как эта песенка? Да. Ладно. Какую еще посмотрим песенку? О! Какая картошка? Она еще не выросла. До осени. Гуси бывают вкусными только в жареном виде. Ясно? Ням-ням. Какая чунга-чанга? Нет, не надо нам чунга-чангу. Что? Какие лужи? Холодно по лужам. И еще и босиком, да? До свидания. Неправильные это песенки. Неправильные. Заяц. Что опять я смешного сказал? Ты сказал, что тут драма следит за тебя. Что? Заяц. А какую песенку мы тут послушаем? Где Фунтик? Где мой парень? А, песенка Фунтика, да? Хорошо бродить по свету с карамелькой. Так он же бомж, бомжует. И жрет карамельки. У него зубов скоро не будет. Ну как тебе эта песенка? Нравится, а это? А это как? Нормально. Ой, ничего не понял, что она там пела. О, песня короля? Да. Тоже хорошая, да? Потом мы выберем самую лучшую number one песню. Может быть, это будет испанские песни. Или русские песни, например. Или песенка Умки, например. Я знаю, зеркальце нам скажет самую крутую песню. Я скажу, где мой зеркальце, скажи, я всю правду. Где мой зеркальце, скажи, я всю правду. Тихо, король! Я всю правду доложи, где топ-10 песнек. Я сломала тебе весь проигрыватель, ха-ха-ха, и все еще диски. Еще раз. Свекой зеркальце скажи, да всю правду доложи, где песни. Нету песен больше, ясно? Нету! Я все уничтожила. Еще раз, светлый зеркальце, скажи, да всю правду доложи, где песни. Где песня? Нету песни! Врунгель, почему нету песни? Потому что он сломан. Какие крокодилы? Я про песни спрашиваю. Какой жираф еще? Ну вот, Барбоскины, а вы можете какую-нибудь песенку кинуть нам? О, песенка про ромашку, Маркус, как тебе? Да. Мне тоже очень понравилась эта песенка. А это? Мне тоже очень нравится мечтать. А я не мечтаю. Я все время хочу есть лазанью. Я мы с тобой
Ну а как эта песенка? Круто, круто. Итак, у нас остался главный эксперт, который из всех этих песенок выберет ту самую песенку, которая будет на первом месте нашего топа. И это есть... Я Декстер, не мешаю, я тут экспериментирую. А песенку? Тебе надо песенку выбрать. Эту была. Песню. Эту? What is it? Allow me to begin today's number. Это песня. For you. А, значит, японские все-таки песни. Ну как, Марк, думаешь, годится для первого места эта песенка? Да. Да. Наш первое место нашего хит-парада занимает Total Drama World Tour. Урок китайского. Янди. Yeah.